с победой. Как эмоции? Расскажи, как тебе матч? Фу, спасибо большое за поздравления. Был тяжелый матч, сейчас эмоций вообще нет. Мы выплеснули все, во-первых, в игре. Потом после игры, когда праздновали, последние 10 минут для меня были это валидольные, потому что я получила красную карточку, к сожалению. Но ничего, команда сплотилась, сконцентрировалась и сыграла, может быть, даже и лучше, чем мы играли в равных составах. За что тебя удалили-то? Ну, я была просто агрессивно настроена на эту игру, хотела побеждать во всех единоборствах, и, возможно, излишнее желание где-то сыграло со мной злую шутку. Вот. Когда прозвучал финальный свисток, мне кажется, ты сделала ускорение, которое даже в игре не делала. Да, я, ну, когда адреналин такой хлещет, то ты уже не контролируешь ни себя, ни свое тело, ты просто делаешь все на автомате и на эмоциях. Когда ЦСКА сравнял, успели расстроиться или настолько маленькая пауза между голами была? Ну, мы просто хотели победить и делали все для этого, и поэтому, ну, были настроены атаковать и побеждать, и поэтому хотели сразу же доказать, что мы лучше. Как тебе атмосфера по 10-бальной шкале на стадионе? Ой, супер атмосфера, так много болельщиков. Я, мне кажется, еще на матчах женских команд именно клубов российских не видела. Это очень здорово. Конечно, хотелось бы, чтобы было еще больше, возможно, трибуны, как на РЖД-арене мы играем на основной. А так, супер атмосфера. Покажи, что тебе подарили после игры. Это замечательные цветы, пионы и хризантемы, вот, и попытаюсь их сохранить как можно дольше, ну и также медаль и кубок наш. С победой, спасибо. Спасибо большое.